Добро пожаловать, друзья, на прохождение игры Трансформеры Battlegrounds. С вами, как всегда, доцент и максимальный уровень сложности. Мы продолжаем, у нас следующая миссия. Палящее солнце. Автоботы начинают поиски пропавшего Оптимуса Прайма. Для этого им нужно пересечь кишащую опасностями пустыню. Так, это будет интересно. А еще интересно то, что... может быть, чего-нибудь нового открылось у нас здесь? У нас как-никак 13 тысяч искрочек. Может быть, что-нибудь интересное да найдем. Так. Способность буря. Точный выстрел. Классовая атака. Огонь на подавление. Боевой дозор. Боевой дозор, но это, видимо, в рукопашном бою. Мощная атака в ближнем бою, ну, прописать с правой или с левой. И огонь на подавление, неприцельный огонь. Ну что-то как-то так себе, я, честно говоря, не знаю, тут надо подумать. И, может быть, даже надо накопить. Что у нас тут? Огонь на подавление. Разведдозор, выстрел из бластера. Разведдозор странный. Странная способность, на самом деле. Потому что либо описание недостаточное, либо я чего-то не понимаю. Но походу оно действует не на все время хода противников, а только один раз стреляет. Ну зачем тогда разведдозоры надеяться, что противник попадет под удар, если я могу сам выстрелить первым? Так, снайпер и снайпер. Подсечка, удаленный барьер, гранатовый след и командный дух. Можно заменить. Тогда рывок ярости. Зачем нам Бамблби, если есть Гримлок? Вот они и будут Гримлока, в общем, танковать. А он, в свою очередь, будет огненное дыхание. Так, потратить шок. Челюстями. Боевой дозор. Это поставить блок. Он ставит блок, как бы. То есть тут одновременно и блок, и это. Но у нас тут есть выстрел. Ну, давайте оставим все как есть. Я думаю, для начала. Пока что вот так вот оставим. И скорее всего мне надо покупать те способности, которые задействуются на нескольких ботах одновременно. Будет, наверное, более грамотным вложением средств, так сказать. Ну, начнем миссию. Посмотрим, как дела пойдут. Я регистрирую энергетическую сигнатуру автобота на дальнем конце этого каньона. Ищейки! Ну и где генератор силового щита, когда он так нужен? Двигаться открыто по пустыне? Вряд ли Оптимус планировал что-то в этом роде. Пожалуй, что так, но Бамблби прав. Его нет слишком долго, теперь мы сами по себе. Если бы у нас было какое-нибудь укрытие. Обалденно. Ладно, человек, уничтожь эту скалу, чтобы поднять облако пыли. Обалденно. В куче стрелять будем. Хорошо. Облака пыли могут служить укрытиями. Они мешают автоботам и десептиконам целиться. Да, мне кажется, если... если, так сказать... слишком много бойцов высадится рядом с Вилджиком, он это облако пустит и без кучки. Он сам ее создаст. Так. Ну чё, ну... давай, снайпер. Что я могу сказать? Стреляй! Тик. А, он в дозоре у нас. А я ничего не могу сделать. Короче, надо, видимо, в ближку подойти и сделать кусь. Не понял. Что-то я вообще не догоню. А почему, если я уткнулся в того, кто стоит вплотную ко мне, я не могу его укусить?
Я понимаю дальний бой, а ближний-то почему не работает? Что-то это бред какой-то. И смысл? Нафига я тогда эту кучу активировал, если я нифига ничего не могу сделать? Алло. Ну, по всей видимости, надо просто двигаться от кучи до кучи, что ли? По всей видимости, да, надо просто от кучи до кучи будем перемещаться. Какой кошмар. Кучка на кучке. Так. Ну давай. Хорошая тактика. Ну давай, ё-моё. Ну, что еще делать? Так. Ну вон эти кучки, и двигаемся по кучам. Так, ладно. А, обалденно. Он что-то задумался. Так. А мне надо куда? Мне надо, по-моему, вот к этой куче. Потом я к этой ломанусь. Потом к этой. Ой, блин. Ладно, бегаем от кучи до... От кучи до кучи. Это обалденно. Какая классная игра, а? Боже ж ты мой. Так, давай сюда. В смысле, нанесет урона? Я не понял, а... Так. Значит, надо эту кучу активировать. Почему ты здесь не можешь пройти? Что-то не пойму, Так. Давай-ка вот так. Отлично. Теперь ты у нас. Иди сюда. От кучи до кучи. Обалдеть. Как, что за тактика? Так, давай так. Давай сюда. Мы прячемся в кучу. Эти вахери такие, что происходит? Почему столько много дыма? Что за черт? Давай. Ах, зараза, он ведь сейчас может по мне попасть. Так. Блин, а как же мне тогда... Так. Тогда мы что будем делать в таком случае? Ну, в таком случае ее тут пристрелят тогда к чертям собачьим. Велика вероятность, что это может случиться. В дозоре в своем сраном. А он может наложить? Не, он ничего не может. Он вообще ни хера не может. Чё? Ты чё было? Твою ж медь. Ой. Почему он туда пошёл? Ёхраный бабай, вот это мисклик.
Может быть, удар кусь удар? Нет? Давай так. Давай, атакуй. Кусь. Так. Уилл Джек. Ай, блин. Сейчас огребем ведь. Огребем. Тогда в таком случае накладываем щит на союзника. Придется, видимо, на прорыв действовать. Походу, видимо, так. А чё это я могу снять? Чё там, сколько по машине попасть-то надо? Нифига непонятно. Вообще ничего непонятно, а обалденно. Как бы понятно, но и как бы недостаточно информации. Ну и чё, мне в эту кучу, что ли, ломиться? Так тут ничего хорошего не жди. Как же мне с вами поступить-то, а? Снять одного, может быть, хотя бы? Ну-ка. К ногам Марси отлетел. Так. Сейчас начнется жопа. Держись, Гримлок! Слушайте, а Гримлок прямо это терпит. Щит работает прямо... Будь здоров. Ой, к Уилджику подкрались, да что ж такое? Так, сейчас Гримлок в теории может тех двоих закрыть чертям собачьим. Если повезет. Так, погоди-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё у нас там? Шанс снижения защиты? Жующие челюсти. Ха. Зараза, что ж мне с вами делать-то? От кучи до кучи? Тут где еще следующая куча-то? Тут, блин, вы гляньте, сколько бежать-то. Хоть надо одного загрызть. Просто дергать вперед. Сюда, наверное. Так, Уилджек. Давай-ка сюда. Нет, нельзя. Нельзя так, надо оставить ход у Уилджика один, чтобы он дымовую завесу создал, но только после того, как Арси ему этот целебный выстрел сделает. Ёб твою мать. Ну, чё это мне показывает? Во. В смысле изучения?
Наконец-то. Какой кошмар, а? Как это трудно было, а? Так. Давай. Все. Что-то я не пойму. Что такое? Что Гримлоку плохо стало? Да давайте, преобразуйте уже, господи. Так, а он не знает, куда идти. Так же, как и остальные. О, еще появились. А чё музыка такая заиграла, как будто пошла жара, знаете ли. Но тут остается только на прорыв идти. Так, давай. Давай. Может быть, хватит на то, чтобы хоть кого-нибудь подлечить. Блин, ну не знаю. Можем сделать один кусь. Нет, не можем. Не можем. Тогда сюда. Кого лечить из вас двоих? Давай, Гримлока. Он на себя будет урон, видимо, принимать. Он неизвестно, то ли обалдел, то ли кайфанул. Чё это с ним? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эх, выстрелить бы в тебя бы, да так, чтобы... Ну, сейчас Арси будут бить. Ну, берут, вот в Арси стреляет. Ну, ё-моё. Эх вы, черти. Давайте уже, бегите. Так. Ну, надо сюда. Наша-то цель туда добраться. Тогда давай к кучке сюда перемещайся. Самый лучший вариант для этого. Ну давай, Арси. Сюда. Так, Гримлок, соответственно. Ах, зараза, чё ж ты столько единиц этого жрёшь? Почему он так трудно ему перемещаться? Он ещё и перепрыгнул через неё, ну вообще обалдеть. Давай! Метод ниндзя, так вот как Бэтмен у нас перемещался, не понял, вы что делаете? Охеренно, погодите, так это... Так эта способность пробивает, что ли, дым? Почему про это вообще здесь ничего не говорит? Вот вообще ни слова. Тут все косяки, связанные с поражениями, идут по принципу того, что просто нифига не сказали, не объяснили, не показали. От слова совсем. Способности в полной мере не расписывают. А особенности геймплея и укрытия не расписывают. Какая-то дезинформация прямо. О, еще один. Конечно, куда ж без вас. Это что такое? Ёб твою медь, вас там сколько? Ай, блин. Разведчик. Во, разрушаемое укрытие. Многообещающе выглядит, согласитесь. Давай.
черт. Постоянно под дымом. Так, я могу наложить... Нет, не могу, они все в дыму. И это в дыму, и вот тут в дыму. Арси, я могу хотя бы на секунду вывести? Тут везде дым, ёб твою мать, а! Ну-ка, если сюда. Давай-ка вот сюда вот. Так... Вроде должен, так. Давай-ка сюда. Не, это какая-то... Что тебе мешает выстрелить? Дым? Right. Походу реально дым, вообще. Давайте, ходите уже. А, еще один. Ох, сейчас бы вас бы всех бы тут приговорить бы. Да побыстрее. Че тут, больше куч нету? Где спрятаться можно? Ну давай, идемте до конца. А что еще делать? Действительно. Чуть-чуть не хватило. Меня сейчас как в этом, в фильме «Профессионал» с этим. Блин, что-то у Гримлока передвижение вообще никакущее. Прям еле-еле волочит конечности. Так. Ох, сейчас чувствую, Гримлок словит здесь. Ох, словит. Все, сейчас целебные выстрелы по пульке в задницу прилетать начнет. Ага. Давайте уже там, стреляйте. Хвост сейчас отвалится, как у ящерицы. Ай, какой кошмар, жопа танкует. Еще один появился. Так. Давай-ка. Погоди-ка. Так, выстрел. А, сколько там у нее? Вот ее надо подлечить. Так, тебе. Ну давай сначала вот. Так. Че, я осилю? Да неужели? Все. Фух. От кучи до кучи. А, вижу каньон. Мы почти. Автоботы, мы встретились снова. Проклятие, в укрытие. Офигенно Гримлок спрятался. Просто сама невидимость воплощенная. Блин, а ну сколько ж вас тут? Вы там с ума что ли сошли? Так, эти будут бесконечно прибывать. Значит так, выводим Гримлока. Пусть он этого кусает. Давай.
Пусть сделаем. А этих я интересно... Может быть, рывок ярости? Пока они рядом стоят. Не всего-то прям совсем. Эх, ладно, придется, наверное, выждать. Или три по цене одного. Я, наверное, так и сделаю, думаю. Ну-ка, давай-ка сюда. Так, тебе надо... Мне кажется, сюда и подножку сделать. Она уберет вот этого. Давай подсечку. Так. А, Гримлоку у нас пусть будет супер здоровье. Применение щита. Защитной волны. Давай защитную волну на него накладывай. Во! И сейчас Гримлок просто чудовищный урон должен нанести. Такое, что прямо... Прям должны это... Прямо тут и осесть все. Давай. Жги! Жги! А, Гримлок! Да, действительно. Чё, еще и по шоку словили. Ой, заклинили. Арси, не трогать. Какой-то раст. Смотри, что делает, а. Вот засранец, свалил. А, так я еще и заблокирован, что ли? Ну, зашибись, вообще приехали. Так. Ёшкин кот. Вот только вас мне не хватало. Так, ну, по идее... Сейчас я могу одного добить. И после идти на сближение. Сейчас мы сделаем, наверное, вот как. Для начала посмотрим, что у нас может Гримлок. Гримлок может у нас дальний бой дать. Давай-ка. И после перегруппироваться может он? Нет, у него жопа приварилась. Тогда, что мы делаем в таком случае? Накладываем на Арси... Дополнительный эффект. Ей надо удаленный барьер получить. Мощный. Она пойдет к той напрямик и проведет свою изящную подножку. Так, если она станет здесь, то она, в принципе, даже может что-то это. У нее там как? Да, есть вероятность. Ну-ка, давай-ка сюда. Во, давай, подсечка. Можно даже одинарную и после свалить попробовать. Давай-ка. Есть. Траст у нас того. Ну, давай в центр, она с щитом, как бы. Пусть она на себя отвлекает урон от этих вот ребят. Ну, куда ж ты свалил? О, там еще один. Так, вот зараза. Не того бьешь. Тик. О. Да ладно, вас сколько здесь? Вы сдурели? Давай выводим Гримлока, что я могу сказать?
Ай-яй-яй. Короче, Гримлок у нас сейчас будет это... Что-то типа урон танковать. Не знаю, накладывать щит, не накладывать. Или, может быть, попробуем... Тебе сколько надо... Ага, зараза, а? Никак иначе, ну тут я не знаю. Сейчас я могу сделать так, а он, зараза, не подойдет, и все, и приехали. Давай накладывай щит тогда. А ты у нас, Гримлок, давай. Выходи вперед. Блин, хорошо иметь Гримлока в команде. Просто сумасшедшая мощь. Да давай, преобразуй. Хотя, постойте, может быть, я ее куда-то могу определить? Да особо ты, блин, никуда и не определишь ведь. Плюс еще там, ребята. Давай-ка сюда. Ой, зря, походу, сделал. Зря! Они сейчас со совместной атакой меня... Да-да-да-да-да-да, двоих. Или нет? Зараза. Черт, сейчас еще подножку сделает. Так. Ну. Блин, вот засранец, а что ж вы творите? Что-то вас многовато. Рванет. Сдохни. Так. Ну, так себе ход. Я лучше отступлю. Пусть тот ближе ко мне подходит. Пусть ближе подтягиваются. Пусть они ко мне идут. Чё я-то к ним иду? Правда, то, что я вот рядом буду находиться. Но тогда они не отступят. На вторую суператаку у них не хватит энергии. Вот тогда он здесь и останется. И второй, если вплотную подлетит, он тоже здесь и останется. Так. Ну, давай сюда. Не будем все в одном месте стоять. Хотя я их могу, в принципе, его могу я сейчас вот так вот зажарить. Правда, я и сам славлю не иллюзорно. Не, я лучше это... Вдруг еще какая-нибудь тварь появится. О, двойка. Ну тогда, наверное... Блин, зараза, отступаешь, что ли? Так.
Ну. Ну давай, грызи его. Все, да? Не самый умный ход. Скоро у нас на хвосте будет весь флот. И им придется потрудиться, чтобы достать нас в каньоне. Вперед! Бамблби, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Блин, у меня такое чувство, что Бамблби будто должен был быть здесь именно по сюжету. То есть как будто строчки, вот из-за того, что я его убрал и заменил Гримлоком, он как бы так сказать, не добавлял и не разбавлял все диалоги. Своим присутствием, возможно бы, если бы он был бы, тогда был бы диалог бы между ними. А так, молчаливый Гримлок, он, конечно, крут, но хочется посмотреть и диалоги. Наверное, будем тогда играть теми командами, которые предлагают, чтобы не пропустить чего лишнего. А пока что закончим здесь. И продолжим обязательно, как обычно, в следующей серии. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной трансформеров снизу в описании под видео рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.